Начнем выпуск с самой обсуждаемой темы. Сейсмологи наконец озвучили тот самый прогноз, которого так долго ждали многие казахстанцы. Стоит ли нам бояться ощутимых подземных толчков? Так вот, разрушительных землетрясений на территории нашей страны в ближайшее время не предвидится. При этом специалисты призвали алматинцев и жителей соседних областей всегда быть готовыми, поскольку регион, как известно, считается сейсмоопасным. Ученые подчеркнули, землетрясение, произошедшее 23 января, является транзитным. Эпицентр находился не у нас, а на границе Китая и Кыргызстана. Сильнее других почувствовали колебания алматинцы. В крупнейшем городе республики сила движения земной коры составила 5 баллов. На высоких этажах качались люстры, новогодние елки, открывались шкафы. Горожане в панике покидали дома, некоторые даже не успели одеться. На выезде из мегаполиса образовались большие пробки. Ту ночь до сих пор не дают забыть авторшоки. Один из них заметили сегодня утром в Китае. А всего за 3 недели зафиксировали уже свыше 5000 повторных толчков. Правда, ощутимыми для казахстанцев были только 14, говорят сейсмологи. Специалисты еще раз напомнили, верить нужно исключительно официальной информации и не доверять предсказаниям каких-то пророков-блогеров. В текущем году сильных разрушительных землетрясений на территории нашей республики не ожидается. На вопрос касательно, как мы отслеживаем ситуацию в соседних странах, но вы должны понимать то, что мы не располагаем сейсмических станций на территории других государств. У нас идет обмен по информациям, то есть в среднесрочной перспективе, именно по тем направлениям, которые нам нужны для прогноза.